важнейших событий в истории Великой Отечественной войны. 78 лет назад началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном этой знаменательной дате. Горят города после этих полчищ. Разрушены села, потоптана рожь. И всюду поволчьи творят эти люди разбой и грабеж. Но разве что люди, никто не поверит при встрече с одетым в мундире зверьем. Они и едят не как люди, как звери глотают парную свинину сырьем. У них и повадки совсем не людские. Скажите, способен ли кто из людей пытать старика на веревке таскать, насиловать мать на глазах у детей, закапывать жителей мирных живыми за то, что обличием с тобой не одно? Нет, врете. Чужое присвоили имя. Людьми вас никто не считает давно. Вы чтите войну, и на поприще этом такими вас знают, какие вы есть. Пристреливать раненых, сжечь лазареты, до школы бомбить ваших воинов честь. Узнали мы вас за короткие сроки и поняли, что вас на битву ведет. Голодных, холодных, тупых и жестоких, но смирных и жалких, как время придет. И ты, что стоишь без ремня предо мною, ладонью себя ударяющий в грудь, сующий мне карточку сына с женой, думаешь, я тебе верю? Ничуть. Мне видится женщин с ребятами лица, когда вы стреляли на площади в них. Их кровь на оборванных наспех петлицах, на потных холодных ладонях твоих. Покуда ты с теми, кто небо и землю хотят у нас взять, свободу и честь, покуда ты с ними, ты враг, и да здравствует кара и месть. Серый от пепла сожженных селений, над жизнью навесивший тень своих крыл. Ты думаешь, мы поползем на коленях? Не ужас. Ярость ты в нас пробудил. Мы будем вас бить все сильнее час от часа. Штыком и снарядом, ножом и дубьем. Мы будем вас бить, глушить вас фугасом. Мы рот вам советской землей набьем. И пускай до последнего часа расплаты, дня торжества, недалекого дня, мне не дожить, как и многим ребятам, которые были не хуже меня. Я долг свой всегда по-солдатски приемлю. И если уж смерть выбирать нам, друзья, то лучше, чем смерть, за родимую землю выбрать нельзя. Не забудь никогда свою отчизну, великий путь сюда проложен навсегда. Вы воевали и спасали наши жизни, и угасили свои жизни иногда. Мы благодарны вам за данную победу, спасли веселые большие города. Спасибо вам, что дали мир по всему свету. Будет честь успокоить.
Потом, наверное, работала еще в отделе кадров. Мы отстроили окончательно лабораторию. И в химической лаборатории было два человека еще взрослых. Бабушка и дедушка, можно сказать, старенькие. Инженера. Они и инженера по химии. И вот они нас учили. Мы работали в заводе. Что могли, то и нас и заставляли. Что делали взрослые на улице, то и мы. Работали мы вначале по 12 часов. Малышка, и я потом из бумажки рисовала лицо и вставляла, одевала ей шапочку свою, и таким образом, если была возможность, играла с ней. Но Лавьер Орфевр был очень строгий, такой невозможный. За малейшую провинность он так наказывал жестоко, что мы боялись. Никаких связей, мы от них убегали, на глаза не показывались лишний раз. Потому что там у нас дежурила полицей тоже с автоматом, и кратко стояла с водой, с плетью. Сколько было радости. Но когда мы были на марке, все равно мы чувствовали, все равно мы ждали своих солдат. Мы вот знали, что нас освободят. Позвольте вручить вам небольшие подарки от нас. Дети нас сами делали собственными руками. Спасибо большое. Ну, копейки. Ой, приколянь, что есть. Хороший такой. На всю жизнь хватит. Здесь рак, впервые задрожавший, грозивший сталью и свинцом. Здесь враг, до Волги дошагавший, был взять железное кольцо. Сражение длилось долго на полях, дрались жестоко, в той смертельной схватке. Горела Волга, плавилась земля, в Ростошках, в Калаче и в Песковатке. Торжественная линейка, посвященная 78-летию годовщине, контрнаступление советских войск под Сталинградом, объявляется закрытой. Всем спасибо за внимание, желаем вам здоровья. Мирного дня в Беларуси. До новых встреч. Ребята молодцы, нам понравился и концерт, и кто участвовал на фронте. Они смотрели фильм с удовольствием, они смотрели фильм со слезами на глазах, потому что это все очень печально, как жили наши, что они пережили, наши ветераны, как досталась им эта победа наша. Они очень трогательно смотрели